Как-то раз котята хуево себя вели и надоели своим родителям. И они решили отдать котят дяде-бомжу. Знаете что, ребята, завтра с вами будет сидеть бомжара. Бомжар — это мой бывший ебарь. В смысле? На следующее утро приехал дядя-бомж. Привет, дебил! О, привет, моя бывшая! Это мои дети, что ли? Это слоняра! Я бы этих детей уже пробухал! Ну это спасибо за водяру, все, пока! Эй! Сбиваем жердяя! Дядя бомжара был тупым. Почему мой дядя спиртом воняет? Эй, ребята, давайте расхерачим этот диван! Мы расхерачили диван! Да ебать с ним! Грязь! Я же вам говорю, дядя воняет спиртом. Бомжам место на улице? Как ему мама вообще дала? Ребятишки, дайте я на вас вдохну. Спасите от этого дяди бомжа, от него воняет спиртягой. Ой, ну нос бы закрыла, да и все. С чего вдруг я должна тратиться и искать кого-то другого? Мама, я тебя поняла. Мы будем хорошо себя вести, и ты не будешь больше звать дяди бомжей за нами следить. Дети, ведите себя хорошо, а то ваша мама позовет дядю бомжа.